be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just snap it through. I roll out in the morning. Всем привет! С вами Bitfind снова. Это вторая серия, вторая попытка пройти игру. Здесь есть у нас... Что у нас есть? Мы собираем 7 штук, а дальше просто что-то нереальное происходит. Я вот думаю... Я просто не стал серию длинную делать и разбил ее как бы на две части. Давайте мы сейчас соберемся и попробуем все-таки собрать все это говно его. Я вот думаю, что я думаю. Там дом горелый, горевший, сгоревший. Я думаю, не просто так он там стоит. Давайте попробуем зайти туда, что ли. Аккуратно. Может, он с виду как-то горит, а внутри мы не везде были. Давайте сейчас будем предельно внимательны и аккуратны. Layers, да, layers, я собираю layers. Так, нам пока Шрек не появился, мы сейчас попробуем сюда зайти. Можно сюда зайти? А, слушай, осел! Нифига. А чё, он садиться может? Осёл, ослик, привет. Ладно, давайте выйдем отсюда. Походим еще, пособираем. Там осел. У Шрека, короче, сгорела хата. Вместе со слом. О, он застрял в дереве, друзья. Вон он. Ну ладно, гуляй там. Я сейчас луковицы пособираю. Яйца пособираю. И все будет ништяк у меня. А ты там застревай в деревьях. Вот это не обязательно было делать. Но хорошо, он далеко. Поэтому... Так, мы только одно собрали. Что за фигня? А, я же в дом заходил. Поэтому думаю, что-то две минуты бега, а собрал только одну эту херню эту. Так, вон он, Шрек, да? Так, ну он в дереве завис. Это наше преимущество, я бы так сказал. Но, блин, мне-то надо туда идти. И он сейчас выпутается у нас. А, он уже выпутался. Здорово, что могу сказать. Короче, у нас игра под названием «Болото». В гости к Шреку мы пришли. Так, вон, по-моему, луковиц. Нет, показалось. Да блин, да что ж такое-то? Одна. Блин, одно яйцо. Нафиг они вообще нужны. Так, вон второе вижу. Так, он далеко, да, от нас? Так, там еще зареспавнилось. Давайте попробуем зайти в дом еще раз. Нет, ничего. Так, друг, мне надо там забрать вещь одну. Поэтому ты там сильно не ругайся. Музыкальный ты наш троллик. Баффлс, баффлс, да, еще какой баффлс. Вот еще. Пока быстро идет дела. 4 минуты. Мы с вами справляемся. Опа! Отлично, вот оно последнее.
Осталось только продержаться и собрать остальные. И все, я так думаю, мы с вами сейчас пройдем ее. Я надеюсь, да? Нифига. А мне почему-то казалось, что оно в доме зареспавнится. А хотя, может, и в доме, просто смотря в какой последовательности ты их собираешь, там они появляются. Бывает и в доме, наверное, появляются. Я уверен почему-то, что они там появляются. Так, это шестая, да? Угу. Хорошо. Не буду говорить, что изи, потому что после этих слов всегда плачевно все заканчивается. Давайте зайдем еще раз в дом. Может быть, что-то тут изменилось. Нет, ничего не изменилось здесь. Только Шрек нас догоняет. О, да. Прикольная игра. Кто-то говорит, страшная. Страшно оно чисто за счет скримеров. Так, бочка. Шрековская бочка. Так, это я назад бегу. Локация небольшая. Так, тут не появилось больше. Почему оно не может постоянно там появляться? Так же было бы хорошо. Да, наверное, и просто было бы. Так, мы пока одного скримера словили. 6 собрали этих яиц. Так, он здесь рядом. Надо от него оторваться, я думаю. Так, мне сейчас звонить пока не нужно. Непрофессионально все, вообще непрофессионально с этими звонками. Так, алло, слышишь? Так, тихо. Я сейчас убегу туда. Я там развернусь. И беги за мной сколько хочешь. Так, здесь еще должен... Ага, вот. Да, они точно респавнятся и не рандомно. Они в одном и том же месте. Просто надо... Так, последняя луковица, ребята. Все, давайте... Где она может быть? Напрягаем. Вся. В дом я заходить точно сейчас не буду. Ну где она? Это, по-моему, бесполезно. Он меня все равно догонит. Или зайти в дом. Нет. Hey now, you're a rock star. Так, сейчас я отвечу на звонок, перезвоню, и мы продолжим с вами.